воздух Красноярского края признали самым грязным в России за 2019 год. Рейтинг составил Росприроднадзор, сообщает РБК. Наш регион признан лидером по общему количеству загрязняющих в воздухе веществ, подсчитали эксперты аудиторско-консалтингового центра. Учитывались выбросы предприятий и транспорта. В 2019 году в атмосферу края попали 2,6 миллиона тонн вредных частиц. Это в полтора раза больше, чем, например, в Кемеровской области. Там установлено 1,8 млн тонн выбросов. Замыкает тройку Ханты-Мансийский автономный округ.